Для узора набираем нечетное количество петель. Делаем 3 петли для подъема. Четвертую петлю от крючка провязываем первый столбик. Заводим крючок, достаем нить, делаем накид, в ту же точку заводим крючок, достаем нить и 4 петли на крючке провязываем за раз. Это первый столбик. Делаем воздушную петлю, следующую косичку пропускаем, в третью вяжем следующий столбик, точно такой же, плюс воздушная петля и так далее, пропуская одну косичку в цепочке воздушных петель, провязываем до конца ряда. И подходим к концу ряда, провязываем последний столбик. И делаем 2 воздушные петли. Переворачиваем по одной, переходим к вязанию второго ряда. А здесь точно так же мы будем чередовать столбики через воздушную петлю, пропуская одну петлю предыдущего ряда, и будем провязывать вот в такие пространства. И приступим. В третью петлю от крючка начинаем вязать пышный столбик. Воздушная петля, следующую косичку пропускаем, через нее вяжем еще один столбик, такой же, и таким образом мы провязываем весь ряд до конца и все последующие ряды. И вот такое полотно у нас должно получиться. Очень надеюсь, что вам понравился узор.